Она гораздо интереснее. Поэтому я и обнимаюсь. Потому что, вы понимаете, да? Арина Бородина. Это гораздо лучше, чем Арина Шарапова. Вот. Этот человек когда-то работал в газете «Труд». Анатолий клонился. Теперь Арина Бородина работает на телеканале ТВ-центр. Мы тоже работаем на телеканале ТВ-центр. При этом мы низко кланяемся друг к другу, но это не потому, что мы работаем на одном телеканале. Я, честно говоря, не хотела говорить, так поздравила потихоньку всех, потому что все, очень люблю всю команду «Пресс-экспресс», но не держалась. Очень жалко, что не пришли наши официальные представители канала, но я думаю, что от этого праздник не стал хуже. Вот. Но я как бы как лицо полуофициально, поскольку я работаю в пресс-службе, но «Пресс-экспресс» люблю я, вот, где написано все 5 каналов ТВ-центра. Жалко, что их не дарит наше руководство, а я. Но я дарю все 9 ручек и 9 значков, которые, я думаю, будут у каждого на груди. Это тоже знак ТВ-центра. Вот. Я вас всех поздравляю и очень-очень люблю. Ой, ой, ой.